Почему в зеркало не посмотрели? Пропустили встречку и поехали дальше. Стоим. Видите, что вам уступает дорогу. Я даже на дорогу мыс. Все, продолжаем. Еще раз лево в зеркало и в окошко загляните налево. Посмотрите направо. Посмотрите налево. Ну-ка еще раз. Ну-ка нажмите на сцепление. Нормальный старт делаем. Обороты. Поехали. Ну ладно. Да. Левое зеркало заранее смотрите за конкурентами. Чуть-чуть. Вот. Газ убрали. Опять он едет слева. В окно посмотреть. И на встречку посмотреть, пешеходов проверить. Все, нормально. Слабенько. Да. Старт слабенький, имеется в виду техническая часть слабенькая. Ну, так. И вот здесь сейчас тоже растительность какая-то небольшая. А сейчас налево. Это значит, вон там, туда, за островки. Да, это за вот островки. Это место, где два островка? Да, да. Там одна полоса ваша, одна, одна встречная, узенькая очень. Можно, да, ну, что-то вроде как. Предприняли, почистили, но отказались. Да. Так. Руки расслабить. Руки расслабить, газ обязательно. Сцепление есть, газа не было. И было, например, пытались руль сжать, такое впечатление. Зеркало проверить. А вот, кстати, есть здесь разметка в пределах. Перекрестка. Зеркало. Ну, вот, смотрите, еще один пример. Ну, вот, да. На первый с газом, допустим, да. Вот вы сейчас будете заниматься переключением, что-нибудь пропустите. Так. Ох, все, отбой. Отбой. И да, налево. Да. Налево едем. Это вот моя ошибка какая-то была? Я все медленно делала? Или прокомментируйте нет? Сами. Вот что у вас пошло так, что было так, что по-вашему не так? Ну, я просто когда уже подъезжала к той части, где мне нужно разворачиваться, там уже был желтый. Так а где нужно было разворачиваться вообще? По большому счету. Да, ну, где мне... можно было разворачиваться? Давайте так посмотрим. До начала перекрестка? А... Там, по-моему, было небольшое место. Через ближайшие полосы встречного направления. Достаточно, вполне. Первую, встречную мы имеем сейчас с левой стороны. Первая, вторая полоса, все, посмотрели, развернулись.